На этом игра заканчивается. Это GG. Значит, не только я не смотрю DreamHack. Вот, а так, ну, если, грубо говоря, вообще любой. Просто нормальный, на самом деле. Я рекомендую вот именно в Алмазе играть. Получается, что-то, что, из чего ты выходишь в атаку, да, то есть какой-нибудь двухбазовый Алын или еще что-то такое. Но при этом не очень раннюю. То есть лучше открыться так, чтобы ты мог убить раннюю атаку какую-то. Да, то есть ты должен уметь в Алмазе отбивать ранние атаки. Вот, а при этом сам делать какую-то атаку в середине игры. Потому что в Алмазе играют очень плохо с точки зрения стратегии. Но когда очень плохо, оно работает против тех, кто пытается анализировать и играть там игру ровно. Вот, поэтому в целом, ну, те билдочки, что у меня сейчас выходят в последнее время, ну, и выйдут до конца сентября, вот, может, брать по одному, подучивать как раз. Сейчас есть Протос против Террена статса билд, и Протос против Зерга мой билд, который я там придумал, весьма прикольный, тоже рабочая история. Так, надо сейчас самое главное убить вот этого парня. Все. Все, на этом мы победили. Можно уже звать следующего. Ну, я понял, 2:30 все еще никто не повыходил. Да, ГГВП. На этом мы заканчиваем эту великолепную партию. Спасибо лучшему билду в мире. Мне очень интересно сейчас встретить опять же каких-нибудь фотончиков. С ними интересно развиваются игры. Бывает прям так катастрофично даже. Здорово, Денис. Здорово, да. ГГВП. Факмури 없는데 자꾸 일만 시킬래요? Факмури 부족합니다.
Так, ну вроде ему не очень интересно фотонить пока меня. Ну вот я говорю, вот тут в алмазах еще очень неправильный скаутер, ребят. То есть он пошел сразу же искать, где моя вторая база. Если бы он ее не нашел, а я бы его 12 пулил, он бы вот уже проиграл. Много таких вот нюансов, ребят. Не совсем верных. Ну вот опять. То есть он слишком занят скаутом, что это слишком, оно настолько распространяется, что он просто-напросто не следит за своей, как бы, базой, вообще тем, что он должен делать у себя. У него очень рано стенки закрывают, ребята. Ну, то есть, ему надо не так рано закрывать стенку, например, а сначала построить юнитов. Посмотрим, может еще решит побежать поскаутить. Поэтому я сразу не иду уже в атаку. Ну, бывают любители разведки, так сказать. Вон. Очень открытая кибернетка. Получается, очень поздно юниты, да? То есть не кинутый филд, ну и ГВП. На этом игра заканчивается. Это был очень тяжелый гейм. Это было еще сложнее, чем прошлый. Потому что тут была сентря, и я немножко занервничал. Ну, ну ладно. Оп. Вот, и естественно, мы это все будем делать, во-первых, на протосах. Вот, во-вторых, во-вторых, в принципе, я как-то это, ну, хочу за протосов в ближайшее время тоже порубиться. Поэтому, если я продолжу брать ММР все так же по чуть-чуть, назовем это так, то, возможно, я просто офф-стрим. Лучшему белорусскому протосу. Спасибочки. Сейчас за лучшего белорусского протуса будем сражаться. Этот чувак подготовился. Он точно подготовился. Он знает примерно, что ожидать. У него есть давар. И посмотрим, посмотрим, как он справится. Он неплох, он знает, что он должен делать. Но мы прорвались! Ой, прорыв какой! Ой, прорыв. Ой-о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 й
광물 대출은 불가능합니다. Так, немножко напряжем его. Надо сделать так, чтобы он больше не мог сделать ни одного адепта. Все, у него напряжок. У него напряга пошла. Ай, на халде, ну ладно. Так, все, я думаю, а вот, все, я же говорил, это макро открытие. Теперь мы переходим, в экономику, но он не хочет играть. Он играл только в чизы, он не хотел играть макро. Вот, о чем, я в какой-то игре говорил о том, что вот каким-то своим стилем, вот мне хочется что-то придумать за зергов, такое своеобразное. Возможно, что-то типа как этой, сломал экономику, вот эта вся фигня. То есть макрохату ставить там чуть пораньше, все вот эти приколы лупить. По-моему, это прикольно, это крученько. Давайте посмотрим, тут фотонки. Есть ли смысл ставить, никто, конечно, не знает. Нет, конечно, вроде бы нету. А, 20-й овер мы делаем сейчас. Давай, овер. Опа. Смотрим. Очередной протос, я не знаю, вот у всех одна и та же проблема. Ни один протос пока в алмазе не поставил кибернетку нормально вовремя, чтобы она на второй минуте закончилась. То есть у всех одна и та же проблема, прям одинаковейшая. Ну, это, кстати, нормально. Вот за протоса на самом деле билды делать намного сложнее, чем за другие расы. Да мне его даже жалко, чуть-чуть. Так, малёху. Ну все, бьем. Сейчас прорывается кибернетка, немножко у них проблемы сразу становятся с позиционочкой. Сразу же едим пилончик, роба доедаем. Это GG. Да, вот оно. Так, ну что? Насколько у нас будет успешная сейчас операция?
Да, вот эти все фаржи, это, конечно, все замечательно, понимаете? Они откладывают все тайминги у Протоса. Просто банально. То есть Протос, ну, он сейчас просто не может строить юнитов никаких. Да, батарейки всегда заканчиваются по итогу. Адептов он делать не может. Ничего себе. Ну вот зерлинги, они самые жесткие, конечно, в плане позиционных. Мы сейчас все поубиваем. То есть, ну, люниты просто не могут выиграть зерлинга, к сожалению. Блин, вот, короче, цитирую корейских зергов, что профитней именно 14-я хата. Там с нее куча каких-то аутов есть прикольных. Ну, в основном в этом прикол. Так, ну это все, да? Ha ha ha.